так решили изначально, примерно 10 друзьям я предложил провести такое совместное мероприятие, выставиться, ну, провести в формате выставки, презентовать себя, провести какие-то мастер-классы. В итоге это количество такое резко увеличилось, в итоге практически до 40 увеличилось. Это одна цель – знакомиться между собой. И вторая цель, конечно, вовлечь, может быть, к себе, найти новых единомышленников, свои увлечения. Все-таки скоро, буквально на днях наступит весна, народ начинает задумываться, чем бы можно было бы заняться вступлением тепла. Поэтому здесь вот представлена деятельность, которой, думаю, каждый сможет найти себе что-нибудь по душе. Здесь представляем свое музыкальное направление, свою школу, где мы производим обучение игре на живых музыкальных инструментах и учим петь. Поэтому всегда очень рады видеть в наших дверях, в наших стенах школы молодежь, подростков и даже взрослых, которые очень хотят осуществить свою мечту и научиться на чем-то играть. Здесь у меня представлены вина, которые изготовлены именно выращены наши местные селекции, которые районированы. Вот ЧБЗ, он так называет, и черный без косточки, зимостойки. Но из него получается очень хорошее вино. Делается сухое, полусладкое. Можно и сладкое делать. На данный момент мы представляем выставку изделий ручной работы «Див-декор». Здесь представлены наши мастера, которые работают в нашем большом творческом объединении, которые рады порадовать наших оренбуржцев своими творениями. И украшения, и свечи, и мыло, и абсолютное огромное множество уникальных изделий сегодня представлены на нашей такой маленькой, но все-таки уютной и радостной выставке. Это попутное все то, что вы видите. Медальоны, ложки, осколки снарядов, останки вооружения, гранаты, патроны. Самая главная находка – это увековечить память погибшего бойца. Вот в этом году в Октябрьской экспедиции было найдено 26 останков бойцов, из которых 3 идентифицированы. Вот это вот самая главная находка поисковика. Придать фамилию, имя героя. Мне понравились раскопки. Пули были и лопаты. Мне вот это больше всего понравилось. Я посмотрела велосипеды. Ну, я весной хочу на велосипедах кататься. Йогой занимаюсь 10 лет. Это привносит ощущение легкости, радости, дарует эмоциональную устойчивость в нашем непростом, нестабильном социуме. Я занимаюсь разными видами йоги. Хатха-йога, женское направление есть йоги. И вот такое, как йога-флай, или ее называют антигравити-йога. Это относительно новое направление, но оно дарит женщине особое чувство полетности и защищенности, доверия к миру. Весной, когда у женщины обостряется всякая такая нервозность, чего-то необыкновенного хочется, приходите на йогу «Флай», и вы получите это удивительное состояние умиротворенности.